не надо! Лев Яшин's contribution to world football is, I think, simply. Вклад Льва Яшина в развитие футбола огромен. А в 60-е имя Льва Яшина было у всех на устах. Несмотря на то, что очень немногие знали его в лицо и видели его игру. Он стал первым футболистом из СССР, да и вообще спортсменом, который стал известным и популярным во всем мире. Я хочу пожелать вам успехов после завтрашнего матча, и чтобы также прославляли бразильский футбол, как для сегодняшнего дня. Это был страх. Страх перед вратарем, против которого я стоял. Мне было всего 22 года. Тот миг, когда я стоял перед ним, и мы смотрели друг на друга, я запомнил навсегда. Он даже относился как-то свысока на попытки забить ему. Всем видом говорил: не тратьте время, все равно не забьете гол. Я поймаю мяч в любом случае. Сегодня вот наш российский футбол заметен, значим в мире благодаря, конечно, Яше. А кто у вас, как Лев Яшин? О, Яшин. Это был конец времени, в котором персонаж спортсмена был самый важный, как он играет, что он делает в спорте. Лев Яшин был символом этого времени.